Я был также корреспондентом BBC и буду модератором сегодняшней сессии. Я участвовала много раз в встречах форума, и сегодня мы встречаемся виртуально в рамках этого открывающего заседания 15-го форума в ближайшие 90 минут. Мы встретимся с отличной, замечательной группой наших экспертов, и мы будем говорить на интересные темы относительно интернета, и мы будем обращаться к вам из наших домов, из наших офисов. Сегодня вопросы интернета важнее, чем когда-либо. Я говорю вам это из Лондона, из моего дома. Сейчас во время локдауна, и поэтому интернет становится все важнее. Через несколько минут мы начнем нашу встречу, нашу дискуссию, но по ходу открытия я хочу попросить господина Лю Фуджимина, заместителя генерального секретаря. Вам туда тогда и так. Ваше превосходительство, вы меня слышите, господин Лю Фуджимин? Господин генеральный секретарь, вы нас слышите? Господин заместитель, вы с нами. К сожалению, у нас какие-то технические усложнения. Нам потребуется около 30 секунд, чтобы все исправить. Кажется, меня уже подключили. Да, господин заместитель секретаря, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Так вам предоставляется слово. Большое спасибо, Джонатан, за введение. Превосходительство, уважаемые участники, дамы и господа, добрый утро, добрый день и добрый вечер. Добрый вечер всем коллегам, друзьям во всем мире. От имени генсекретаря ООН господина Антонио Гутерреша я приветствую вас на первом заседании 15-го форума управления интернетом и на заседании руководителей высокого уровня. Вследствие несогласованности в расписании, к сожалению, генеральный секретарь не сможет участвовать в открытии, но мы будем иметь честь выслушать его выступление в заключительной встрече во вторник. В условиях ковида мы встречаемся онлайн, и форум проходит под мотто «Виртуально вместе». Форум организован ООН при участии тысячи участников, которые это регистрируются онлайн во всем мире. В
во время нашего открытия мы сначала выслушаем его превосходительство посла Волтона Бускера, председателя Генеральной Ассамблеи Организации Наций. Господин председатель, вам предоставляется слово. Ваше превосходительство, Антонио, ваше превосходительство, уважаемые гости, большое спасибо за возможность выступить на открытии 15-го форума управления интернетом. Я хочу поблагодарить господина генерального секретаря за начатие этой существенной дискуссии. Ваше превосходительство, господин секретарь, превосходительство, уважаемые гости, большое спасибо за шанс выступить на открытие этого форума. Хочу поблагодарить господина генерального секретаря за создание этого форума. Я слышу прямо мы еще не достигнули, потому что у десятков миллионов людей еще есть проблемы с доступом к интернету. Только 19% в развитых государствах есть доступ к интернету. И это огромный контраст с 87% доступа у людей в развитых экономиках. Этот раздел углубляет другие неравенства больше. Мужчин, чем женщин, пользуются интернетом в мире. И это все еще путается проблемой, которая создается пандемией. Пандемия, которая еще усугубляет разделы и раздробленности. И, к сожалению, сокращает даже некоторые конфликты. Необходимо приспосабливаться к ситуации пандемии, страны рискуют потерять плод накопившейся работой многих поколений. Можно, конечно, спорить, что многие действия, многие меры, которые были предприняты, нарушили итоги пандемии. Но что касается интернета, может, наоборот, мы можем использовать обстоятельства COVID-19 для того, чтобы ускорить технологическое развитие, для того, чтобы вкладывать в уравновешенное развитие, в устойчивое развитие. Так что можем поправить доступ к интернету. Это повлияет уже на ускорение достижения других целей. Это будет поправлять доступ к образованию. На одно место доступ к интернету имеет потенциал ускорения экономического развития и создания новых рынков, например, в области в банковском секторе. Еще что касается целей устойчивого развития, то здесь нужно относиться к тому, что имеется неравный доступ к ресурсам и энергетике. И здесь необходим диалог на высоком уровне под аспектами ООН. Это будет удобный случай для того, чтобы задуматься над взаимообусловленностью, над связями. Когда вы будете проводить дискуссии, уважаемые дамы и господа, пожалуйста, учтите во время дискуссии эти темы и зададитесь вопросом, какие самые большие задачи, что нам не позволяет внедрять наши цели, осуществлять наши цели на локальном, на региональном, народном уровне. В конце я хочу сказать еще одно. Мы не должны, мы не можем. Недопустимо, чтобы мы были рады, радоваться жизни в мире, где участие населения, лучший доступ к интернету, а где у остальной половины вообще этого доступа нету. Большое спасибо вам за шанс выступить перед форумом управления интернетом и желаю вам эффектных дискуссий.
Большое спасибо, господин председатель, спасибо за ваше заявление и за поддержку нашему форуму. Я хочу сейчас предоставить слово его превосходительству послу господину Муниру Акраму, председателю Коммунического и Социального совета. Большое спасибо, господин секретарь, и большое спасибо за приглашение к выступлению на форуме. Факт, что это виртуальное заседание, это 15-й форум, организован Организацией Объединенных Наций и проходит виртуально, то это показывает мощь цифровой технологии, которая позволяет сближать людей, объединять людей и позволяет искать совместных решений, которые приводят к уравновешенному устойчивому развитию. Цифровые технологии привели к прогрессу. Это не беспрецедентный прогресс. Они сделали его возможным. Итак, доступ неравный. И управление цифровыми технологиями играет важную роль, имеет огромную стоимость и показывает, что есть накопление огромного потенциала, который необходим для того, чтобы управлять цифровой трансформацией. Экспертиза показывает, что истинно, что существует кризис, что продолжающая цифровизация, что развитие, основанное на данных, будут вести и к углублению цифрового раскола. Так что нам необходимо применить существенные усилия, нацеленные на то, чтобы управление технологиями преуспевало за развитием технологий, потому что пробелы в таком управлении могут привести к различным торможением развития, и это никак не сможет положительно отозваться на устойчивом развитии. Если мы посмотрим на мегатренды, на направления, которые существуют в этой области, то живое развитие сектора данных, трансграничного передвижения данных, доминация сектор электросвязи и то, что этот сектор, где преобладают огромные корпорации и огромные темпы перемен, беспрецедентные перемены, которые мы наблюдаем в цифровых технологиях. Мы видим тоже огромную силу, с которой цифровизация становится рычагом экономического развития и диктует тоже культурные изменения. Что касается частного сектора, который контролирует 70% электросвязной инфраструктуры, несет на себя огромную ответственность. Очень важно, чтобы отнестись к конкретным политикам, конкретным действиям и вопросам, которые связаны с огромными технологическими корпорациями. Я здесь имею в виду политику налогообложения, политику определение цен и тоже имею в виду инициативу типа Fair Trade. Здесь отношусь тоже к кибербезопасности и к продвижению насилия и ненависти путем интернета. Это все важные вопросы. Обеспечение безопасности, ответственное управление данными – это следующие фундаментальные вопросы. Есть также возможность черпать огромную пользу из доступа к услугам онлайн, но огромной задачей, долгосрочной, огромной задачей, которая должна представляться важной, является борьба с цифровым отчуждением, с цифровым разделом.
Вы уже говорили, что 80% людей в развитых государствах имеют доступ к интернету, а только 19% в менее развитых государствах или в развивающихся государствах этот доступ имеет. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, подчеркивает то, насколько глубоки эти разделы, как огромная, сколь огромная вот эта пропасть, когда часть людей использует интернет, остается на связи, поддерживает свою экономическую деятельность, а другая половина живет в совсем другом мире, без интернет-связи, без возможности использовать эту связь и борется с бедностью. И поэтому я глубоко убежден в том, что мы, развитые государства и развивающие страны, мы должны думать не только о том, как наверстать эту дистанцию, но мы должны думать скорее о огромном прыжке в цифровую эру. Мы должны ориентироваться на искусственный интеллект, на самые новые технологические решения, чтобы войти в эру экономики, основанной на знании. Мы должны устойчиво делать то, чтобы развивающие страны получили голос, чтобы их услышали, чтобы у них было свое место за столом, чтобы у них было тоже развитие управления. Это управление не сможет осуществиться без инклюзивного подхода, без вовлечения, субъекта. Экономик, развивающихся государств. Социально-экономический совет занимается и развитием технологий, является пространством для таких инклюзивных действий, для вовлечения различных субъектов. Также форум SDI, который соберется в следующем году, будет проводить заседание тоже на тему развития технологий и задачами, связанными с этим развитием. Нам требуются ответы, реакции, которые координируются с разных сторон, которые будут основываться на потенциале каждого из акторов международной сцены. Карта генерального секретаря – это карта тех путей, которая поможет, которые нас приведут к закрытию этого закрытого доступа к интернету. Я желаю вам удачи в решении всех предстоящих перед вами проблем. Большое спасибо. Спасибо, господин посол. Благодарю вас за ваше заявление. Мы предоставим совету доклад о результатах заседания нашего форума. Восходительство, дамы и господа, позвольте мне без кратко форме изложить краткие замечания на тему форума в этом году до того, как мы еще перейдем к встрече руководителей уровня. Наш форум собирается на фоне COVID-19. И наша тема – это человеческая вносливость и солидарность. Технологии, цифровые технологии были доступны еще до начала пандемии. Но воздействие пандемии показало, сколь важными являются технологии, основанные на интернете, и они важны в нашей ежедневной жизни. Мы видим, как за последние несколько месяцев произошла существенная цифровая трансформация. Это ускорение развития технологий будет еще поступать в ближайшие месяцы. В прошлом году в Берлине генеральный секретарь ООН и канцлер Меркель призвали к тому, чтобы форум управления интернетом стал форумом, где все заинтересованные игроки могли встретиться, могли делиться экспертным потенциалом, обсуждать вопросы, могли обсуждать новые технологии, могли бы обсуждать, согласовывать правила и еще потом перенести эти идеи, концепции на более практический уровень. Я очень рад, что в этом году мы работаем вместе. Мы хотим преобразовывать форум интернетом так, чтобы этот форум соответствовал той концепции, которую изложил генеральный секретарь ООН. В
в этом году мы ждут более 200 сессий, которые будут основаны на четырех темах. Это данные, окружающая среда, инклюзивность и доверие. Дискуссии на уровне высокопоставленных представителей будут сосредоточены на вопросах управления интернетом в эре недоверия. Мы будем обсуждать вопросы, как выстраивать доверие, как отвечать на вопросы, на вызовы, которые ставит перед нами пандемия, как общество может заново отстроиться. В прошлом году во время подготовительной программы мы с успехом провели молодежный саммит, потому что форум управления интернетом создает также платформу для молодых людей, которые могут тоже высказать свое мнение по поводу интернет-политики, интернет-действий. Я прошу всех участников нашего диалога помнить о этих трех вопросах. Во-первых, нельзя упускать из виду этого цифрового раздела. Напомню, в развивающихся странах только 15% населения имеет доступ к интернету и может функционировать онлайн, так было, по крайней мере, в 2019 году, а большинство населения остается ни с чем. Поэтому нам нужны решения, которые помогут этот разрыв побороть, чтобы цифровые технологии попадали также к тем, кто в них особо нуждается. Во-вторых, нам нужно элиминировать вот этот цифровой разрыв, гендерный цифровой разрыв, потому что везде в мире, особенно в развивающихся странах, в основном это у мужчин есть доступ к интернету. Это мужчины пользуются интернетом. И поэтому необходимо работать над расширением прав и возможностей женщин в этой области. В-третьих, необходимо помнить о том, что интернет будет достигаем для всех. Но не у всех есть недорогостоящий доступ к этому. К интернету. Даже в этой встрече, что касается этой встречи, есть множество людей, которые хотели бы участвовать, но не доступ к интернету. И четвертый пункт – необходимо инвестировать в цифровую грамотность. У многих есть проблема в том, чтобы пользоваться интернет-ресурсами, потому что им не хватает знаний, потому что их интернет недостаточно развит на их языке. И семья ООН будет идентифицировать свои действия, чтобы положительно воздействовать на меры, предпринимаемые во всех этих четырех областях. В нашем департаменте ДСВ ООН мы абсолютно даем себе отчет текущих обстоятельств, и мы направлены на то, чтобы поддерживать, укреплять форум. А теперь предоставляю слово нашему модератору. Господин Лю, большое спасибо. Господин сейчас Лю, вот хочу извиниться за то, что у нас были эти проблемы. Проблемы с Wi-Fi, это... Как на иронию, поскольку мы разговариваем об интернете, но это лишь показывает, сколько еще осталось нам решить, хотя кажется, что это легкое дело. Сейчас мы начинаем нашу дискуссию на высоком уровне. Я хочу представить наших панелистов, это председатель швейцарского цифрового фонда. Очередной представитель Германии Адесса Хаю, которые представляют Фиджи, Куринджао, Телекоммуникационный союз, потом Джефф Крисакс, директор Центра по уравновешенному развитию в Университете Колумбия, Виктория Грант, которая представляет WhatsApp, Грету из Молдавии, а также председатель Центра цифровой культуры в апостольской столице
из Ватикана. Я приветствую всех. Сегодня мы будем говорить о том, как улучшить управление интернетом. Это, конечно, все происходит в трудное время. Интернет никогда не был важнее, чем сегодня. Мы все больше работаем в цифровом режиме, особенно во время кризиса COVID-19. Я начну с простого вопроса, обращаюсь ко всем. В каких областях жизни цифровая трансформация может оказать самое большое влияние? Пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Прежде всего, я считаю, что любой аспект нашей жизни изменится в результате применения цифровой технологии. Но самая большая проблема или вопрос мы наблюдаем в области коммуникации. Но наша встреча – это лучшее доказательство. Оно в виртуальном мире. Раньше это было невозможно. Коммуникация между фирмами, между правительствами в разных аспектах. Все это изменится. Наше общественное поведение, способ ведения коммуникации, а также способ обучения мы можем легко и выходить на контакт с представителями всего мира. Это огромное изменение, которое несет с собой огромный шанс. Второй вопрос – это финансы. Думаю, что наличные – это уже концепция устарелая. Сегодня также из-за COVID-19 многие пользуются кредитными карточками, а также другими решениями, также и в развивающихся странах. Мы зачастую наблюдаем изменения. Раньше у людей не было даже банковских счетов в классическом финансовом секторе, а сегодня, учитывая многие возможности, которые перед нами распространяются, маленькие компании развиваются, эвальвируют. Многие люди сейчас в состоянии переводить деньги и решать проблемы, связанные с их счетами. Это очень важно также в контексте глобальной торговли и глобальной экономики. В связи с этим очередной вопрос. Мир сегодня является одним большим торговым центром. Интернет-торговля также развилась существенно. Это также очень связано с массами в развивающихся странах, где они получают все больший доступ к технологии. Все это может изменить имидж многих компаний, а также способ функционирования, к которому мы привыкли в прошлом. Чтобы это сбылось, нам нужны люди с высоким образованием. Мы знаем, что технологии – это то, во что нужно вкладывать капитал. У нас цифровой разрыв между молодыми людьми, которые привыкли к тому, чтобы применять все эти программные приложения, и нашим поколением. Дорожная карта, которую мы представили генсекретарю в прошлом году в рамках панели о цифровом сотрудничестве, мы представили, как мы можем строить инклюзивное общество, что нужно для этого сделать. Поэтому я рада, что генеральный секретарь представил сейчас эту дорожную карту и показал, каким образом мы можем укрепить и развить экосистему и все эти решения в духе ИКФ+, а также СДГ. Поэтому мы ждем побольших подробностей. Большое спасибо, Дорис. Дорис Поттер, большое спасибо за то, что ты начала нашу дискуссию. Сейчас давайте перейдем к Томасу Эйзенбергу, который является представителем немецкого парламента. Как ты считаешь, где находится ответ на этот вопрос? Где могут находиться самые большие влияния именно цифровой трансформации? Я хочу поблагодарить за возможность выступить здесь, высказаться. Я также очень рад, что шанс, который появился в прошлом году организации в Берлине, оправдался. Вся наша команда пользуется этим случаем для того, чтобы вести этот диалог. Я уверен, и мы все уверены, что перед ИКФ предстоит большая цель, и подход многих заинтересованных лиц имеет значение. Правительство Германии также и в следующем году после организации ИКФ и других инициатив будет предпринимать дальнейшие действия, потому что мы считаем, что очень важным является всемирный, открытый и общедоступный интернет. Это является
самым важным итогом COVID-19. COVID-19 – это большой, сильный толчок для оцифровки, особенно таких экономик, как наша, а также и других европейских экономик. Мы видим выразительно, что всегда велась дискуссия о шансах и угрозах, связанных с применением интернета. А я думаю, что сейчас мы должны сосредоточиться на шансах более чем на вызовах. До COVID-19 продолжалась дискуссия, спор, в который были вовлечены все, на тему технологии, на тему привычек и так далее, на тему приватности и так далее. На протяжении довольно короткого времени, изо дня в день практически, мы узнали, что то, что казалось невозможным, оказалось возможным. И несмотря на все отрицательные последствия COVID-19, вот все те, которые ощутили эти последствия, я думаю, что для них это создало также и большие шансы, и оцифровка является одним из этих шансов. Как я сказала раньше, мы верим в открытый, свободный интернет и больший вклад в уравновешенность, также возможность разговаривать в открытую вместе. Мы разговариваем об этих вопросах, мы, конечно, обеспокоены теми вопросами, которые являются именно практикой применения интернета. Поэтому мы сами хотим обеспечить большие возможности в формате ИГФ. Мы организовали цифровую стратегию в немецком правительстве. Для нас это важно, вне зависимости от того, будет ли это вопрос конкуренции, доступа к рынку или свободы выражения мнений и так далее. Нам нужна лучшая возможная политика и среда для нашего функционирования. Все сообщество народов, компании, технических экспертов, гражданского общества считает, что ИГФ является фантастическим форумом, где мы можем все это обсудить подробно. И это также способствует созданию в будущем структуры, архитектуры ИГФ. А для нас это является возможностью, чтобы посмотреть на эволюцию. Я ожидаю с нетерпением дискуссии на эту тему, а также жду с нетерпением дальнейших высказываний и мнений. Спасибо. Я бы еще добавила один вопрос. Вы говорили много о трансформации. Я вот задумываюсь, насколько большой шаг мы сделали во время этого кризиса COVID-19 за это время. Люди говорят о большом скачке вперед. Да, конечно. Мы являемся свидетелями огромного скачка. Когда посмотрим на все континенты, мы осознаем, что у Европы огромный потенциал, больше даже потенциал, чем у других в области оцифровки. Поэтому мы стараемся справиться с этими вызовами. У нас приготовлена экосистема, стратегия. Мы концентрируемся на технологии блокчейн и думаем, что эти мощности, которые у нас есть, должны быть использованы, особенно в Европе. Спасибо большое. Я сейчас предлагаю, чтобы мы перешли к ISI, к вопросам экономика и гражданского общества из Фиджи, из того места, где вы есть. Где самое большое влияние цифровых технологий? Думаю, что это все видно в разных областях. Мы говорили о разных аспектах цифровой работы и также финансовой работы. Это тоже имеет большое значение. Самое главное, чтобы обеспечить доступ к тем услугам, у которых эти лица раньше не было доступа. Мы слышали о разных странах. У нас 40 разных островов. Часть из них не очень, в нашем регионе не было связи с интернетом, не имеет многочисленного населения. И, конечно, экономия масштаба имеет значение. Мы должны сосредоточиться на обеспечении финансирования, о финансовых услугах, чтобы все это внедрить в сельскую территорию. Мы должны обеспечить доступ лицам с полными возможностями. И сейчас
И мы зарегистрировались свыше 200 дней без каких-либо горизонтальных перемещений. Наша экономика зависит от туризма в большой степени. Туризм пострадал от COVID-19, поэтому мы должны, конечно, применять технологии для того, чтобы наши услуги предоставлять в такое трудное время. Нужно использовать все эти инструменты, чтобы обеспечить доступ всем. И очередной вопрос, который связан с изменением климата. Мы неоднократно об этом говорили в рамках целей развития, о том, что нам нужно справляться с вызовами, связанными с изменениями климата. Вы упомянули о высоких расходах, связанных с постановкой именно интернета, коммуникации именно на этих островах. А какую помощь можно предоставить? Есть много способов. Мы друг друга слышим? Да. Я не знаю, вы меня слышите? Может быть, вы меня не слышите? Ну, давайте мы перейдем дальше. Хулин Джаус, который является представителем Международного телекоммуникационного союза. Давайте тогда перейдем к господину Хулин Джаус из... Вы меня слышите? Из МСЭ. Да. Здравствуйте. Я очень рад, что могу присоединиться к этой панельной дискуссии. Мне очень нравится и до сих пор то, что я хотел передать, это все пошло очень хорошо. Вы это передаете обществам. Многая информация была передана вами разным лицам. Я хочу только напомнить нам всем, что сегодня мы считаем, что все является... Не уверены, но без ICT мы были бы в катастрофическом положении. Именно эта технология позволила нам вести нормальную жизнь в контексте COVID-19. Эти приложения ICT доступны для нас уже 15-20 лет благодаря тяжелой работе всех этих людей. ИГФ вместе с форумом должно помнить о последствиях этого процесса. Информационное общество организуется в разных местах в Женеве, в Тунисе и старается также принимать разные действия, чтобы развивать разные аспекты и компетенции. Люди не всегда осознают, насколько это важно. Сегодня оказалось, что COVID-19 довел до того, что мы как-то садимся за стол. Работы людей, которые давно связаны с этим сектором. Я, конечно, очень этим горжусь, но все еще нас ждут сложные задачи безопасности, безопасности использования различных программ, типа Zoom и так далее, программ в области медицины, телеобразования. Это все важные вопросы. Сегодня, когда мы задумываемся над тем, можно ли использовать такие системы или нет, видим, что безопасность очень тесно связана с качеством услуг, но это услуги, они все доступны только тем, которые подключены к интернету. Как председатель МС, я могу сказать, что не все эти решения доступны всем. И это большая задача. Как подключить всех? Генеральный секретарь, господин Антонио Терриш, говорил уже о том, что интернет должен быть доступен по той цене, которая доступна для всех. Если мы будем проводить наши действия таким образом, как и до этого, то мы не придем. Нужно вводить инновации, нужно вводить новые решения. Есть панели экспертов, которые предоставляют нам интересные текущие идеи. И это очень важно для нас всем. Тем не менее, я считаю, я могу здесь привести небольшой пример. Для каждого государства будет несколько операторов электросвязи. И там мы сильно вкладываемся интенсивно в ICT. Теперь, чтобы вы почувствовали, что во время COVID-19
детей можно было правильно обучать в системе дистанционного обучения, то это благодаря этим операторам, которые проделали важную работу для такого типа образования, услуг здравоохранения. Эти технологии, работа эксперта, которая проводилась недавно, очень важна. Но сегодня нужно изменить наш менталитет. Если мы будем продолжать работать так же, как когда, мы никогда не сможем подключить всех. Надо вовлекать просто всех, чтобы мы могли работать над общей огромной стратегией подключения всех людей. Нам необходима поддержка всех, и нельзя оставлять конкретные задачи отдельно разным министерствам. Нужно работать. Если мы все подключимся в реализации этих целей, то мы их достигнем. И это мое послание к всем министрам здравоохранения, к министрам финансов. Я хочу сказать, что вот это мои приоритеты. Когда мы еще праздновали 150-ю годовщину нашей организации, я тогда говорила о том, что первое, фундамент – это инфраструктура. Нужно расширять текущую инфраструктуру, действующую структуру, нужно провести ее модернизацию, внедрить технологии. Для того, чтобы это была хорошая инфраструктура, для этого нужны инвестиции. Нам нужны инвестиции, чтобы управить потенциал с электросвязи, например, в Африке. Нам требуется минимум миллиард долларов, чтобы это провести. Откуда мы возьмем эти деньги? Эти деньги идут прежде всего из частного сектора, поэтому нужно создать соответствующую благоприятную среду, чтобы частные предприятия могли работать, потом оказывать поддержку для этой цели. Нам требуется инновация. Инновация необходима для того, чтобы создать интеллигентную среду различных мер. Нужно создавать эту среду и вводить инновации. И последний момент – это инклюзивность, это включение. В апреле, например, я в Женеве, да, в Швейцарии, мы смотрим телевизор, и там говорят о том, что пожилые люди, которые живут где-то в городе, они не знают, как пользоваться интернетом. Их просят, останьтесь дома, им нельзя покидать дом. Но местное сообщество пытается им принести продукты питания, оставляют у порога, но им нужно эти старшим пожилым людям нужно это оплатить, поэтому им нужно пойти в банкомат, им нужно все-таки, потому что они не умеют делать интернет-трансферов. COVID нас заставил многое передумать, над многим задуматься. Встреча, этот форум имеет для нас очень-очень важное значение. Это критический момент, это платформа, где все встречаются, где обмениваются идеями, которые помогают идти вперед. Сегодня 15-я годовщина форума. 15 лет с момента создания этого форума. А что это значит? Это значит, что нам нужно пользоваться этой платформой, что нам нужно продолжать эти встречи, чтобы поощрять последующие инвестиции в структуру ICT, в инновации и обеспечить доступ к интернету всем. Простите, столько вашего времени, нужно было меня остановить, а хочу еще поделиться последним замечанием. Я знаю, что среди наших участников есть участник из Святого Престола, из Ватикана. Я был в Ватикане в 2017 году. Папа Римский абсолютно поддерживал ICT, поддерживал развитие этой инфраструктуры. И папа Франциск был очень любезным. И я передала его слова потом еще на конгрессе в Аргентине осенью 2015 года, что он поддерживает ICT, что он обратился особенно к мигрантам, к отверженным людям. Мы были очень рады, когда он высказал свою поддержку.
потому что он может задействовать огромный потенциал, который тоже поможет развить ICT. Что интернет-соединение очень важно, чтобы различные агенты могли работать и обмениваться опытом. Большое спасибо, я очень рада вашему ответу. Это очень важное мнение в контексте развивающихся экономик. Вы говорили о том, что о поддержке Франциска, поэтому мы сейчас перейдем к господину Полу Тайту, председателю Центра цифровой культуры из Ватикана. Святой Престол – это центр тоже вероисповедования, и как мы все наблюдаем за трансформацией, мы стараемся, чтобы наше сообщество вместе работали, чтобы вместе могли участвовать в торжествах, в мессах, в служении, несмотря на то, что они находятся далеко от религиозных центров. Когда мы наблюдаем развитие технологии, что интересно, что мы видим, как цифровая трансформация трансформирует общество, как трансформирует нашу взаимную коммуникацию, наше общение. Многие из вас говорят о том, как важны вот эти взаимосвязи, цифровое сотрудничество. Но в условиях такого этой взаимозависимости мы должны говорить о том, насколько зависит друг от друга тоже наши ценности. Это видно в солидарности между людьми. Мы часто выходим за пределы толерантности. Мы часто занимаем тоже пространство. Мы говорим здесь о как важно выражаться как одна общая семья, как одна мировая семья. Я хочу сказать несколько слов о цифровой трансформации с точки зрения Святого Престола. Как действует трансформация, как работает трансформация. Здесь работает много людей. И тоже задают вопросы, где граница между частной жизнью, а работой. Это тоже интересный вопрос, что касается ответственности и за дом, и за работу. Ответственность за нашего партнера, который тоже работает дома. Поэтому нужно задуматься на различные вопросы. Я беспокоюсь, если люди работают сейчас из дому, и поэтому теряется эта граница между семейной жизнью, а работой.
Когда мы смотрим в будущее, все больше работы будет приносить в другое время. И нужно будет все-таки удержать как-то это чувство связи с работой. Не только что касается финансов, но что касается нашей активности, нашего вовлечения в развитие наших предприятий, наших организаций, и связи с нашими сотрудниками. Что касается образования, образование сейчас в большом масштабе происходит в виртуальности. Мы видим цифровую пропасть между, между членами семьи. И нужно тоже об этом помнить, когда мы принимаем различные решения. Давайте помним тоже, что есть дети, у которых нет доступа к образованию, что школы чаще всего обеспечивают место, где заботятся о детях, где им дают обеды. А в виртуальности вот эта опека, она уже невозможна. Нам требуется, мы видим, что вот эти тоже платформы, они подчеркивают тоже неравенство часто между людьми. А Джонатан с нами? Тридцать секунд, чтобы наш модератор подключился. А сейчас перейдем к нашему председателю, представителю по агрессивной коммуникации. Спасибо, Джун. Кажется, что то, что мы видим во время пандемии, кажется, что у нас разный контекст. Мы считаем, что эти неравенства, о которых мы говорили, впрочем, уже раньше, они прежде всего очень разные для разных лиц. Что касается того, что открыло ускорение цифровых технологий, это именно те слабости лиц, которые страдают больше всего. И этим нам нужно заниматься прежде всего, когда говорим о неравенстве в цифровой эре. Есть лица, есть группы, которые исторически были дискриминированы на фоне культуры, происхождения и других признаков. Так что дело не только в разных областях, которые как-то страдают, но также о лицах, которые страдают от неравенства. Цифровые технологии в большинстве касаются разных областей нашей жизни, но разными способами из-за того, что мы имеем дело со многими неравенствами, несправедливостями. Я хотела бы тут подчеркнуть, что нам нужно отнестись прежде всего к этим разрывам, к этим неравенствам, которые сейчас могут усугубиться, как говорилось раньше, во время открывающей сессии. То есть этот цифровой разрыв уже упоминался сегодня. Многие из тех, у которых нет еще этой связи, это люди из развивающихся стран, в большой мере это женщины, люди, которые живут в сельских местностях. И есть еще одна область, то есть интернет является тем местом, где можно организоваться, объединяться, можно участвовать в общественной жизни, и это укрепляет, это действие действительно помогает этим людям быть субъектами, а контроль за оцифровкой, контроль за нашими персональными данными, взаимодействиями между людьми. Этот контроль все больше сосредотачивается в одних руках. Мы знаем, что во время пандемии многие потеряли работу, но мы также видим большие
преимущество для больших телекоммуникационных компаний, потому что именно для них это больше всего выгодно, что мы пользуемся всеми этими платформами. Так выглядит действительность, и нам нужно этому присматриваться, если захотим заниматься темой неравенства. Вот такая концентрация доводит до большой силы, а также контроля за содержанием, которое представляется в общественном пространстве. Именно пространство онлайн является общественным пространством, и к этому нам нужно присмотреться, если хотим решить проблему неравенства и несправедливости. Я хочу также подчеркнуть еще раз влияние на среду, потому что существует много полезных применений телеинформационных технологий для окружающей среды. Что касается уравновешенного развития, можно сказать, что пандемия ускорила также необходимость пользования платформами, услугами онлайн. И для нас это настоящий вызов, который может способствовать именно климатической ситуации, может повлиять на эту ситуацию. Мы знаем, что на Тихом океане там ситуация с этой точки зрения труднее. Еще раз я хотела бы подчеркнуть в этом месте, чтобы не усугублять существующее неравенство, нам нужно обращать внимание на то, чтобы понять, каким образом это влияние ситуации по-разному проявляется в разных областях. И иногда этот ответ должен быть другим. Трудно найти универсальный ответ. Цифровая трансформация сама по себе не обязательно должна быть положительной. Тут необходимо вмешательство общественной политики. Доступ, да, конечно. Также обеспечение открытого, свободного интернета, но также и вмешательство, касающееся климатического кризиса. Спасибо большое. Как это относится к развитию экономики, Джеффри? Как это выглядит с твоей точки зрения? Отличная дискуссия. Кажется, что все согласны насчет того, что мы живем в цифровой эре. Технология является очень эффективной, предельно эффективной в плане службы здравоохранения, финансов, торговли, управления и других областей, которые касаются экономики. Так что все это ускорило именно в этом году. Мы должны справиться с двумя основными вызовами, как минимум с двумя для начала. То есть нужно обеспечить универсальный доступ. Это не так уж дорогостоящее, но может тянуться на протяжении последующих 10-15 лет, потому что мы не можем ожидать, что какая-либо часть экономики будет функционировать без доступа к интернету. Мы не можем также ожидать, что наши граждане будут эффективными гражданами, если они не будут онлайн, если у них не будет доступа к общественным услугам, к информации, они не смогут зарегистрироваться во многих областях. Поэтому нам нужно драматически ускорить развитие доступа. К счастью, это действительно масштабная технология, поэтому для того, чтобы создать такой график, можно сказать, что на протяжении последующих нескольких лет такой доступ мы сможем получить. Как это можно финансировать? К счастью, у нас Джо Байден, который был избран президентом США, может быть, благодаря этому мы сможем ожидать сотрудничества со стороны США. Это вызов, который я ставлю США, потому что США остаются этим цифровым лидером в мире. Они постоянно контролируют эти главные платформы Amazon, Google, Facebook, монополистские и Microsoft. Это те порталы, которые являются самыми важными в мире, которые генерируют
неимоверную прибыль, поэтому они отвечают за это все. И, конечно, когда Трамп был при власти, этого не происходило. Не знаю, как это сейчас будет развиваться, но надеюсь, что эта приличность тут появится. И Китай отлично инвестирует и поставляет технологии также в развивающиеся страны. Я хочу поощрить Байкай. Были американские атаки со стороны президента Трампа против Китая. США остаются сзади, они думают все возможное, чтобы как-то замедлить это развитие Китая. Надеюсь, что эти все действия будут приостановлены, потому что это была сплошная ерунда. Но мы нуждаемся в инвестициях со стороны Китая, потому что Китай... Мы должны подумать об общественных применениях такого типа технологий. Там функционирует очень много пользователей интернета, и эти системы обслуживают миллионы людей. То, что я хотела вам передать главным образом, это то, чтобы назначать какой-то временной режим, какой-то график. Существует много игроков в рынке, у которых огромная ответственность возложена на их плечи, и это все в их интересах. Также и регуляторы имеют многое, что они могут сказать, о чем они могут решать. Но мы создаем класс людей, которые являются снаружи, у них нет доступа к интернету. И в конце я хочу сказать... Что? Те активы, которые с этим связаны, должны нам помочь сосредоточиться на том, о чем мы сейчас говорим. У нас сейчас 70 с лишним миллиардеров в области технологий, и их имущество – это почти 4 миллиарда долларов. У них прибыль порядка 600 с лишним миллиона долларов. Это гигантские суммы, которые идут в руки 70 человек. Цукерберг, Безос, Гейтс. В этом году вы заработали десятки миллиардов долларов. Господин Безос сегодня утром стоил 194 миллиарда долларов. Я здесь держу в руках оценку, касающуюся монополистских практик, в которой показано, как Amazon использует свою силу как монополист. И это не вопрос, откуда взять миллиард долларов, триллионы долларов где-то в мире в руках нескольких человек. Нам нужно научиться как-то умудриться, чтобы нас не контролировало этих 70 с лишним миллиардеров. Эта технология, она для всех. Я не говорю, что это простое дело, но считаю, что это проще, чем до 3 ноября. Но по-прежнему у нас впереди трудная обстановка, но нам также повезло, потому что в наших руках самая масштабная технология в истории человечества. Поэтому мы без проблем, мы можем этот диапазон или ракурс технологии контролировать. Вопрос такой, кто будет платить за эти услуги, потому что инфраструктура охватывает большинство мира. Те, кто не онлайн, это те, которые не в состоянии позволить себе купить инструменты и также поток данных. Это ваша общественная лицензия. Вам нужно подключить всех. У всех должен быть доступ к интернету. Это вы являетесь поставщиком. Вам нужно подключить всех и все. И тогда
нам удастся этого достигнуть. Думаю, что дискуссия, конечно, может быть продолжительной. Все, думаю, идут в правильном направлении. У нас большой шанс. Я хочу еще добавить одно в конце. Вне зависимости от обстоятельств, многие рабочие места в связи с технологией появятся и исчезнут. Эти технологии позволяют передать часть наших задач машинам. И нет сомнений, что во всей экономике места работы будут теряться. Нам нужно восстановить прибыль этих компаний, чтобы они также богатели. В противном случае будет этих 70 с лишним человек. Джеффри Сакс, провокационный, как обычно. Я думаю, что это самое время, чтобы передать слово представительнице WhatsApp. Большое спасибо организаторам за то, что они так тяжело работали для того, чтобы нас соединить в это трудное время. Ничего не является более важным, чем то, чтобы обеспечить, что интернет останется открытым, инклюзивным, безопасным и будет реагировать на нужды нашего времени. Другие уже заметили, что в связи с коронавирусом сегодняшняя встреча ИГФ проходит виртуально, точно так же, как и другие беседы, которые проходят сегодня во всем мире. Миллиарды человек каждый день пользуются WhatsApp для того, чтобы проводить важные переговоры, беседы с друзьями, со знакомыми, чтобы обучаться, чтобы обучать кого-то, чтобы поговорить с врачом, с терапевтом, чтобы сделать покупки во время пандемии. Все то, что нам нужно, проходит именно с помощью интернета. В Индонезии свыше 80% населения пользуется WhatsApp для того, чтобы делать покупки, чтобы выходить на связь. Все это проходит за даром. Мы также работаем очень тяжело, чтобы создавать новые инструменты, чтобы с помощью программного приложения платить. Это мы запустили в Индии, и вскоре мы также запустим в Бразилии. Для того, чтобы поддерживать компании, потребителей, большие населения во многих странах, в которых функционирует WhatsApp, будут этим обеспечены. Надеюсь, что мы будем в состоянии это сделать и делиться той информацией, к которой у нас есть доступ. Это фотографии, информация, и экономическая информация, и банковская информация. Мы всегда опирались на приватность, на прозрачность, на права человека. Все эти ценности, они также являются близкими к нашему сердцу. У всех есть возможность к частному разговору. Мы тогда более открыты, у нас большая свобода выражения, когда знаем, что наши беседы не записываются, когда знаем, что то, что мы говорим, не вернется к нам, потому что все больше времени мы проводим в жизни онлайн. В связи с COVID мы также должны сделать все возможное, чтобы увеличивать уровень нашей безопасности. Мы не должны соглашаться на то, что этот уровень будет все ниже, потому что у нас сейчас COVID. Также, что касается кодирования, мы должны обеспечить безопасность миллиардов разговоров, бесед, которые проходят каждый день в WhatsApp. Мы с гордостью даем эти технологии миллиардам людей, и мы смотрим на то, что платформы, которые обеспечивают такие платформы, опережают те, которые не обеспечивают кодирование. То есть те платформы, которые кодируют, опережают те, которые не кодируют. И во время ковида мы изменили эту политику. Многие приложения появились в последнее время, которые нас беспокоят. Также в странах либеральной демократии. Чтобы эти обеспечения снизить в то время, когда они нам самые нужные. Мы видим, что так происходит в Великобритании, в США, в Бразилии, в Австралии и в Евросоюзе, также и в Индии. Мы решительно вовлекаемся в то, чтобы за это обеспечение бороться. Это является залогом нашей общей безопасности. И
чем больше мы остаемся на связи, тем больше нам нужно защищать. Спасибо. Спасибо, Виктория. И в конце Памела Крету из Молдавии, представительница молодежи. Большое спасибо. Прежде всего, я приветствую всех. Большое спасибо за то, что вы меня пригласили, чтобы я приняла участие в этой дискуссии. Это для меня большая честь и удовольствие. Я хочу поделиться несколькими мыслями. Цифровая трансформация, несомненно, на протяжении последних 10 лет повлияла существенно на нашу жизнь. Я хотела бы отнестись к нескольким моментам. Высококачественное образование, а именно это является целью уравновешенного развития номер 4, решительно улучшилось благодаря именно образованию, дистанционному образованию, потому что оно охватило тех, у которых пока до сих пор не было доступа именно к такому образованию. Школы и другие институты образования, которые помогают развивать цифровые компетенции, начинают обучать именно и математике, и разным другим предметам дистанционно, также и иностранным языкам. Сегодня пандемия COVID-19 повлияла на всех, вне зависимости от того, какой мы нации. И последствия COVID ударили по тем самым уязвимым. То есть ученики из более бедных слоев общества должны как-то подстроиться под обучение, которое является дистанционным, но им это приходится тяжелее. Все должны были как-то подстроиться к новому способу поведения. Но те самые уязвимые были лишены возможности обучаться. Кризис COVID-19 подчеркнул и усугубил разные неравенства в системе образования во всем мире. Я имею в виду доступ к оптоволокну и также отношусь к отсутствию поддерживающей среды и к отсутствию ресурсов. Родители, студенты все больше должны опираться на свои ресурсы для того, чтобы быть в состоянии по интернету продолжать учебу. Преподаватели тоже должны подстроиться к новым концепциям преподавания. Не все были обучены в этом плане, и это точно может повлиять на качество их преподавания. Тем не менее, ученики из самых уязвимых групп, у которых нет ресурсов, или у них нет вовлеченности, чтобы обучаться самостоятельно, они находятся под угрозой, что они останутся сзади. Поэтому преподавателям нужно искать решения, которые позволили бы максимизировать их доступ к образованию. Также и чтобы дети с неполными возможностями, чтобы у них также была возможность обучаться. Надеюсь, что мы на местном уровне сможем находить решение путем вовлечения библиотек и других институтов. Спасибо большое. А сейчас я предлагаю, чтобы мы перешли к очередному человеку. Нам осталось 15-20 минут, и хочу обсудить ряд вопросов. Я хочу задать вопрос всем, поэтому я прошу, чтобы вы высказывались за короткое время, максимально за одну минуту. Каково одно действие в области политики, которое вы бы хотели увидеть для того, чтобы этот разрыв в период после COVID-19 как-то снизить? Дорис, может быть, начнем с тебя. Я думаю, что анализы были похожими. Инфраструктура является ключом. Это означает, что, конечно, идея Сакса может быть провокационной с политической точки зрения, но я права. Есть люди, есть данные, есть деньги.
Это все нужно обсудить на уровне G20. Это политический вопрос. Мы знаем, что ОЦТ также предлагает некоторые налоговые решения, которые можно взять во внимание. Швейцария является одной из тех стран, которые являются донорами помощи в области развития. Мы по-прежнему в классическом мире, мы пользуемся классическими инструментами. Может быть, лучше предоставлять бесплатный интернет, чем строить очередные мосты и дороги. Я думаю, что любое решение должно быть построено к цифровому миру, к многим заинтересованным лицам. И ГФ должно также быть более открытым на новых экспертов, науку и политику. Многие министры и представители правительств, которые участвуют в этой встрече, не любят подход с разными заинтересованными лицами. Это геймченджер, который должен быть внедрен. Мы это представляем как нашу рекомендацию. Это один из ключевых элементов, который должен привлечь больше людей. И мы должны подумать о том, какие будут преимущества, когда у большего количества людей будет доступ к интернету, когда мы сможем обеспечить этот интернет всему миру. Я думаю, что ITU тоже может проделать хорошую работу в области стандартов. Этические ценности тоже являются значимыми для нашего мира. Сейчас этические ценности, которые обязывают в аналоговом мире, это ценности, которые следует применить также в киберпространстве, но нужно их сначала правильно квалифицировать для того, чтобы это был набор таких принципов, на которые мы можем положиться, которые могут нам помочь в нашем пути. Что касается фейк-ньюсов, за последние дни, это лучший пример, что они должны быть отброшены. Цифровая инициатива Швейцарии, которую я представляю, связана с тем, что мы также работаем в области этики интернета, не только в области анализов и отчетов. Мы работаем над разными проектами. Сейчас мы разрабатываем специальные решения цифрового доверия для того, чтобы пользователь имел доверие к приложению. Одно действие в области политики, господин Гинджао. Как вы считаете, какой инструмент необходимо применить? Мы говорим о кибербезопасности. Здесь мы прошли большой путь. Одна проблема связана, к сожалению, с тем, что де-факто в некоторых областях мы избегаем дебатов. А когда мы избегаем дебатов, то проблемы не исчезают. Они все на столе, и нужно их решить. Но без дискуссии мы никак их не решим. С другой стороны, нам нужны деньги. Но есть тоже люди, у которых есть. И вопрос, как мы сможем наше общество объединить, как мы можем подействовать, как мы можем принимать соответствующие меры, чтобы общество объединять. Нам нужны хорошие идеи, хорошие концепции. А теперь предлагаю перейти к Думасу. Пожалуйста, одно действие в области политики, что вы предлагаете. Я хочу сказать, что не все правительства столь скептически подходят к тому, что мы верим. И наша идея в том, чтобы применять инициативы против разделения, против раскола, против раздробленности. Нам нужна инициатива, которая нас будет объединять. Эта инициатива должна сосредотачиваться, основываться на доверии. Коммерческий интернет должен тоже быть доступен. Нужно бороться с монополиями и давать путь новым игрокам на рынке. И господин Юэ из Фиджи. Ваше отношение. Для нас очень важно то, чтобы достичь соответствующих
следующего уровня интернет-соединений. Да, последние годы мы пришли до определенного уровня и хотим идти дальше. Также то, что сказать Джейфри. Да, может, мы, может быть таким моментом, который объединяет разные регионы в нашем обществе. И мы теперь попросим представителя Святого Престола, какую политическую меру вы предлагаете? Кажется, мы ищем, если возможно, как найти объединение соединения, как объединять людей в глобальных коммуникационных платформах. О чем говорил Джефф, это все очень важно. Я интересована тоже в том, чтобы мы обучали людей, чтобы у них была полная информация о том, как могут использовать технологии. Большое спасибо. Виктория Грант, ваше предложение политической меры. Какое действие вы бы хотели увидеть? Конечно же, Россия сегодня под угрозой. Я считаю, что мы должны гарантировать открытый, безопасный интернет, которым могут действовать шифрованные платформы. Шифровка, конечно, есть опасения, что касается силы, мощи интернет-фирм, технологических компаний. И это понятно. Сегодня растет количество платформ, используемость тоже расширяется. Но эти платформы помогают сотням тысяч, может даже миллионов малых бизнесов. И быстро эти люди могут переносить свой бизнес онлайн. Быть онлайн – это не вопрос тренда, это вопрос просто выживать, как выживать. И поэтому многие фирмы позволили этим платформами пользоваться. Большое спасибо, Виктория. Какое ваше предложение? Я бы хотела обеспечить объединение сообщества. Нам нужны модели, в которых все взаимопополняется. Нам нужны предложения, которые позволяют взаимопополняться. Электросвязь – очень важный момент. И сейчас у нас есть модели, как объединяться. Я думаю и о секторах политики, и о регуляциях, которые помогают внедрять комплементарные модели. Те, которые не подключены. Мы хотим их подключить, потому что потенциал есть. Мы небольшая организация, но тем не менее мы создаем потенциал функциональности в разных сетях, в разных локальных местах вместе с нашими партнерами. Мы создаем доступные модели. У нас есть регуляторы, которые заинтересованы действиями. Я хочу обратиться к господину Назалу. Вы говорите о инвестициях. Это все очень важный элемент. Это элемент модели сети локальных операторов, которые основываются именно на локальных сообществах. Большое спасибо. А теперь, господин Назалу, у вас немного времени. Да, я тоже хочу обратить внимание на малые и средние предприятия, потому что люди, которые инвестируют очень много, но они не в состоянии добиться успеха, если у них нет поддержки малых и средних предприятий. А малые и средние предприятия – это огромный, замечательный сектор новаторов. Они знают потребности, требования, нужды местного сообщества, и нужно их объединять, и нужно их поддерживать. Конечно, компании электросвязи сталкиваются с разными проблемами. Там у них огромная идет внутренняя борьба в их индустрии, в их секторе. И я согласна с тем, что нам необходимо создавать среду, в которой разные модели будут взаимопополняться, чтобы мы могли идти вперед, чтобы мы могли создавать действия и условия, в которых различные инвестиции попадают в те места, в которые их нуждаются. Так что лучшая ICT для лучшей жизни. А потом нам нужно сближаться и обниматься идеями, чтобы еще вот это ICT улучшать, совершенствовать. И теперь, пожалуйста, Памеля Крату, а потом Джеффри. Ваше предложение в области политики. Какие меры необходимы вашему? Прежде всего, не в Молдавии, не в Австрии,
я не была свидетелем того, чтобы молодежь участвовала в дискуссиях форумах управления интернетом. Если они в это вовлекаются, то не в большой степени. Я работаю с интернетом, поэтому я могу сделать больше. Я могу вовлечь больше молодых людей в эти дискуссии. Я думаю, что клуб молодежи по виртуальному образованию может, например, объединить группу людей всего мира, чтобы обсудить самые важные текущие выводы, которые связаны с пандемией, какие решения мы можем применять, какие меры предпринимать. Мы хотим тоже поделиться нашими идеями с теми игроками, которые принимают важнейшие решения на высшем уровне. Хотим делиться нашими идеями, например, с ООН и с другими такими огромными платформами. Большое спасибо. И теперь, Джеффри, вы последний, но вы уже делились своими идеями. И поэтому, пожалуйста, еще один итог. Как вы считаете, что правительство должно реализовать? Я уже говорил о доступе. Я считаю, что в следующем году каждая школа, каждая поликлиника должна быть подключена к интернету. Тогда любой человек сможет быть подключен к интернету. Просто нужно переключить переключатели, и это вопрос основного оборудования, и это вопрос основного финансирования. Я хочу тоже сказать, что регуляции могут принудить фирму поменять ее действия, ее стратегию. Большие деньги в Фейсбуке, в Амазоне. И это те фирмы, которые должны играть здесь важную роль в решении этих проблем. $540 миллиардов в руках 4 человек. И они еще увеличили на 204 миллиарда свой потенциал. Я бы хотела узнать, что сделает Facebook. Я бы хотела, чтобы Марк Цукерберг рассказал, что сделает Facebook, что сделает он лично. И это важные вопросы, что нас тормозит перед тем, чтобы любая школа, любая поликлиника была онлайн. Ведь у нас есть сейчас сотни тысяч, миллионы детей, которые не могут обучаться онлайн, потому что нет интернет-связи. А те деньги, о которых мы говорим, это небольшая часть того, что эти люди, эти 4 человека, заработали за последний год. Поэтому в данной ситуации невозможно вот смотреть на то, как возможности, эти возможности нужно использовать, нужно эти возможности найти, а эти возможности, они как огромные технологические компании, которые работают деньги именно в данном секторе. И то, о чем сказала Виктория, да, маленькие предприятия, средние предприятия входят на эти порталы, здорово, поэтому давайте предоставим общий доступ, открытый доступ к интернету, чтобы они более интенсивно могли этим пользоваться. Марк Зукерберг тоже заинтересован в том, чтобы дети участвовали в образовании, чтобы хотели, чтобы пусть она поможет. Это принесет и ему пользу. Так что давайте находить практические решения, чтобы любой ребенок, каждый ребенок был онлайн. Большое-большое спасибо. Большое спасибо. Виктория, у вас 10 секунд. Но когда Фейк вступил в WhatsApp, мы сделали некоторые вещи, которые мы не могли сделать раньше. Мы могли инвестировать в то, чтобы WhatsApp предоставлять бесплатно каждому, бесплатно. Ведь посылать сообщения, звонить, это раньше стоило огромные деньги. А WhatsApp сегодня делает все возможно благодаря Facebook, это бесплатно. Марк Цукерберг тоже поддержал такой проект, чтобы тоже частность была обеспечена для 2 миллиардов людей. Facebook работал не только на том, чтобы обеспечить обмен сообщениями, но также видеоконференции, видеоразговоры, и это тоже очень важный момент во время пандемии. Большое спасибо. Мне очень нравится ваша технология. Я считаю, что технология – это замечательно.
замечательное решение, замечательная вещь. Я тоже считаю, что Марк заработал 32 миллиарда только в этом году. У него 111 миллиардов имущества. Я думала, что может еще пару миллиардов дать Африке. Это неправда, что у них нет доступ к WhatsApp, нет у кого-то аккаунта, если у кого-то нет устройства, то вроде бы его доступ есть, но все-таки его нет. Поэтому общий долг интернет важен, потому что есть дети, у которого нет этого доступа, потому что дети не ходят в школу, потому что у них нет интернет-соединения. И поэтому необходимо помнить об ответственности. Нужно этих детей вернуть в школу. Технология – фантастика. Джеффри, большое спасибо. Я вижу, что мне пора навести порядок. Я вижу, что текущий форум – это важнейшее событие. И та тема, эта тема очень важна. У нас осталось 5 минут, и теперь я хочу попросить всех вас ответить на вопрос, что бы вы хотели добровольно делать. Ваше такое личное обещание, обязательство. Мы хотим сделать все, чтобы мобилизировать абсолютно все, всех людей, все ресурсы, чтобы включать их в ICT. Я говорю здесь про объединение школ. Когда закончится 2020 год, мы хотим, чтобы у нас была возможность подключить школы. Раньше мы обещали, что мы это сделаем до 2015 года, и мы этого не достигли. Когда я был в Тангане, в 2016 году я посетил две школы. Это были школы, которые абсолютно не были подключены к интернету. 2 года тому назад я был свидетелем, как запустили программу 5G. Сегодня существует еще подключение к интернету в горных местностях. Над этим нужно работать, пополнять пробелы, нужно обеспечивать интернет-соединение для всех людей. Следующий вопрос связан уже с увеличением качества услуг, тем, как возьмут 5G в различные проекты, которые очень важны для нашего общества и для нашего сообщества. Большое спасибо. А теперь Томас, пожалуйста, какие ваши обязательства? Вначале я хочу сказать то, что уже было сказано. Я по отношению к Facebook, я уважаю, что если что-то бесплатно, это не значит, что это решит проблему. Никто не может предложить никакую альтернативу, когда что-то бесплатно. Но, тем не менее, мы платим нашими данными, и это высокая цена. Но что мы делаем? Или что мы сделали, что мы делаем, чтобы дать возможность функционировать и управлению интернетом? В прошлом году мы заработали существенные суммы в связи с путешествиями представителей по всему миру, особенно на юг. Там говорили о нашем, там говорили о нашем подходе, о нашем объединенном подходе, чтобы поддерживать развитие управления интернетом в ближайшие 3 года. Мы активно участвуем в управлении интернетом. Мы продвигаем работу над будущей инфраструктурой форма управления интернетом. Мы обеспечиваем логистическую и материальную поддержку проведения круглого стола. Я думаю, что это важно, чтобы гарантировать и парламентариям, возможно, и не только правительству, можно участвовать в таких дискуссиях. А сейчас попрошу представителя Фиджи. Мы говорили о том, что цифровая эра выравнивает наши шансы. Но вовсе не так. Вовсе не так. Она только подчеркивает пропасть между нами. Что различия не только в отсутствии присутствия доступа к интернету, но и различия в качествах этого доступа, в качествах интернет-соединения. Мы небольшой игрок, наша страна небольшая, наша экономика не мощная, но мы хотим, чтобы предприятия объединялись.
мы хотим вводить инновации, мы хотим основывать фонды, мы хотим поддерживать электросвязь, и мы хотим строить центры электросвязи, мы предоставляем инфраструктуру для различных фирм из области электросвязи для того, чтобы мы потом могли предоставлять соответствующие вот эти объединения инвесторами для нас ключевые. Большое спасибо. Вы заслужили, чтобы скоро уже, наверное, отдохнуть, пойти спать. У вас уже сейчас такое время. Спасибо за ваше участие. Святой представитель Святого Престола, прежде всего, мы хотим сосредоточиться на образовании, на вопросах дистанционного образования, чтобы поднимать понимание, как пользоваться технологиями в этой области. Мы говорим о человеческом достижении, а не технологическом. Мы хотим сосредотачиваться на людях. Большое спасибо, Чельгар Сьерра. Но в вашу очередь, какие ваши обещания, обязательства, мы будем продолжать развивать функциональность на уровне объединения локальных местностей. Здесь огромный потенциал роста. Мы хотим менять действительность на локальном уровне, хотим сдержать людей друг с другом. Мы хотим бороться с пропастями, с пробелами, с разделами. Мы будем включать вере политиков, правительства, чтобы они реально смогли что-то поменять, чтобы они могли внедрить какую-то политику поддержки построения вот этих построения объединений и соединений на локальном уровне. Большое спасибо. И теперь Памеля Крету. Вы хотите предложить. Как я уже упоминала, нам нужно больше голосов молодежи, которые будут участвовать в дискуссиях на тему интернета. Нам нужно гарантировать, чтобы наше общество объединялось, чтобы решать проблемы на локальных уровнях. Во время пандемии произошли появились некоторые пустые пространства, которые невозможно использовать. Поэтому дети, ученики, у которых нет компьютеров дома, они бы могли этим пространством пользоваться, например, стоять опустошенные библиотеки. И нужно в таких объектах проводить лекцию, открывать окна, нужно обеспечивать там здоровые условия работы. Но это важная инфраструктура, которой никто не пользуется, а можно ее предоставить детям, у которых нет условий для работы дома. Большое спасибо. Я уже вижу в чате, что у вас, для вас большая поддержка, поддержка для голосов молодежи. Мне очень жаль, что мы не смогли ответить на вопросы, которые в чате, но не беспокойтесь, во время нашего форума мы еще к ним отнесемся. Еще только обещание Виктории Грант. Мы бы хотели создать достоверный ресурс услуг для личной коммуникации, которая будет действовать там, где есть ограниченный доступ к интернету. Мы хотим функционировать на шифрованных платформах, чтобы никто не мог подслушивать ваших разговоров по WhatsApp. И мы будем твердо стоять и будем открыты. Мы будем твердо противодействовать тем мерам правительства, которые будут пытаться использовать наши данные, наши платформы для того, чтобы отслеживать граждан и своих противников. Джеффри, не будем никого оставлять позади. Если мы что-то обещаем, мы должны обеспечивать это во всем мире. И я надеюсь, что мы добьемся того, что нужно всем. Это звучит как очень хороший итог. Я хочу поблагодарить и наших участников нашей дискуссии, и слушателей. Я желаю всем успешных заседаний, успешных встреч. Я убежден, что нас ждут интереснейшие дискуссии. Я благодарю всех, кто участвовал в сегодняшней встрече. Я из моего дома в Лондоне желаю всем удачного дня и эффективного форума. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Благодарим всех. Очень успешная дискуссия. Сожалеем, что у нас не было больше времени.